Боец в синем углу. Представляет Ханакул Джа, весовая категория 66 кг, рост 8 сантиметров. Ему 21 год. Он является чемпионом Москвы по ММА. Боевой псевдоним Джакара. Тренер Ахматов Умар Али. Бойцовский клуб «Тигр». Мамматов Толкунбей. Его соперник в красном углу. Весовой категории 66 кг. Ему 26 лет. Рост 176 сантиметров. Представляет город Ош. Чемпион Хабаровского края по боевому самбо. И также по кикбоксингу. Профессиональный рекорд для победы. 0 поражения и 0 ничьи. Бойцовский клуб «Атила». Тренер Галыгулов Микки. Боевой псевдоним «Золотой». Калыбаев Алтын. Бойцы на середину. Судьи, первый раунд. Боец готов. Боец готов. Время.
Бой продолжается. Бой окончен. Бойцы на середину. На награждение приглашается Джан Баев Мавсадбек. А в этом бою ввиду травмы победа присуждается Маматову Толкунбек.